Цель школы неизменна уже несколько лет – побудить молодых ученых к изучению лазерной физики, а также дать более глубокие знания по этому направлению студентам и аспирантам. На базе детского оздоровительного лагеря «Гайдар» участники будут слушать лекции ведущих российских ученых и представлять свои наработки в формате стендовых докладов. Перспективы здесь такие, что они получают некие ориентиры. Ну что, полезно посмотреть, а вообще какие люди, как они себя ведут, как у них мыслят на темы, которые обсуждаются. И сами темы, они дают некие ориентиры. География участников расширяется с каждым годом. За всю историю школы в ней принимали участие студенты и молодые ученые от Урала до западных границ нашей страны. В этом году более 40 человек приехали из других регионов, чтобы углубить свои знания в области лазерной физики. Для лекторов, наверное, это возможность донести материал, с которым они работают, для молодых масс, скажем так, которые смогут этим более детально увлечься, заинтересоваться каким-то образом и, возможно, даже перейти к дальнейшему сотрудничеству. Были случаи, когда ребята приезжают сюда студентами, в дальнейшем приходили к нам, например, в институт, в аспирантуру. Александр Ушаков стал уже постоянным участником Всероссийской школы. Несколько лет подряд приезжал слушать лекции, еще будучи студентом. Он считает, что участие в мероприятиях в рамках Всероссийской школы дает молодым ученым возможность реализовать свои идеи в области лазерных технологий. Я думаю, что основной вклад посвящен тому, что молодые ребята приезжают и впервые пробуют свои силы на этой школе, потому что даже на моем личном опыте были многие ребята, с которыми мы приезжали, они вообще, у них это был опыт первого доклада на этой школе. А спустя там уже несколько лет они уже приезжают, как уже либо состоявшиеся, либо уже развивающиеся научные специалисты и сильно поднимают свою квалификацию. Многие из тех, кто слушал лекции в качестве студентов или молодых специалистов, теперь сами выступают с научными докладами. Они представят свои исследования в области лазерной физики, а также в качестве экспертов оценят работы аспирантов. За 4 дня студенты и молодые специалисты прослушают более 10 лекций ученых-физиков, а также посетят лазерные установки и музей ядерного оружия. Заключительным мероприятием станет награждение участников.